На обследование в онкологический диспансер Михаил Петров пришел вместе с мамой. Рассказывает, объявление о дне открытых дверей в рамках Всемирного дня борьбы против рака увидел в интернете и сразу решил воспользоваться возможностью бесплатной консультации. Сын продолжал обследоваться, потому что как бы давно разговор шел о том, что некоторые родинки беспокоят, и хочется просто узнать свой статус. Страх есть узнать о том, что у тебя что-то не в порядке, но лучше узнать об этом раньше и принять какие-то меры, нежели узнать, когда уже ничего нельзя будет сделать. Специалисты напоминают, современная онкология располагает большим спектром возможностей лечения заболевания. Важно лишь выявить его как можно раньше. Основной фактор появления новообразований – ультрафиолетовое излучение, поэтому главная мера профилактики – ограничение его воздействия. Иначе говоря, в теплое время года, находясь под солнцем, не забывайте о солнцезащитных средствах, головном уборе и хороших солнечных очках. Кроме того, помните об уходе за своей кожей. Необходимо осматривать кожные покровы самостоятельно. И в том случае, если выявлено новообразование, которое появилось вновь, или то новообразование, которое было раньше, стало изменяться, то в первую очередь стоит обратиться к дерматологу или онкологу первичного онкологического кабинета по месту жительства. Затем, при необходимости, пациент будет направлен дальше в онкологический диспансер. Одна из главных целей акции – объяснить жителям, обратиться к врачу не страшно. В рамках акции волонтеры-медики проводят лекции в стационарах, где рассказывают о психологической поддержке родственникам больных, основных факторах возникновения заболевания и просто напоминают гражданам, как важно не откладывать свое здоровье в долгий ящик. Алена Зеленкова, Ренат Бикбаев. Время новостей.